Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть в Reigns. И у нас уже Бодуин, снова Бодуин, да, 12-й король. Итак, что у нас на повестке этой серии? Призвать на службу шпиона, найти морозную кровь, закончить крестовый поход. Окей, погнали. Я думаю, что напасть на Западное Королевство. Можно. Крутая модная война. Нет. Нужно построить новую церковь. Так, разве у нас недостаточно? Да, друзья. Один идет баф и другой дебаф с прошлой серии. Кто смотрел, кто не смотрел, обязательно посмотрите. У меня нет времени просто вам все объяснять и рассказывать хотя бы вкратце. Группа фанатиков разорила госпиталь, заявляя, что только Бог может исцелить нас через наложение ваших рук, милорд. Нет. Иностранный купец продает новые земледельческие инструменты, и нам нужно их скопировать. Да. Ваш народ голодает, распространяется недовольство. Что? Ну да. Тем не менее, мы 4 года у власти продержались, друзья, и этот, конечно, дебафик очень злостный. И злобный. Я надеюсь, что он... со следующим королем как-то сойдет, быть может, исчезнет каким-то чудом. Можно было бы, конечно, его здесь замалевать или закрасить, но, к сожалению, игра это не позволит сделать. Толпа подвергает вас ужасным пыткам, чтобы вызнать, где вы прячете сокровища. Окей. Правда, не совсем окей, но Бодуэн в этот раз отличился просто феноменально, на мой взгляд. Гарри, 13-й король. Погнали. У нас проблема. Монах покусал братьев, и это быстро распространяется. Оборотни? Оборотни, не думаю, нет. Я бы сказал, что это крайний недостаток физической активности. Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудия. Нет. Люди восстают против того, что осталось от церкви. Вам нужно бежать. Что? А, церковь теперь... Ох, блин. Во время попытки бегства вас растерзала толпа язычников. Так, ну ладно. Чё-то как-то... Ой. Ой. Ой, ой, ой. 777 год. Роберт, 14-й король. Ну, погнали. Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Поделиться провиантом. В горном регионе у восточной границы царит беззаконие и бушуют беспорядки. Какие у нас варианты? Мне все равно. Ой. Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны по ночам. Да. Спасибо. Восточное баронство напали. Мы можем одержать верх, только объявив общий призыв. Нет. Все безбожники мира желают вам смерти. Нам продолжать наш крестовый поход? Нет. Миротворец. Захватчики на пороге. Армия слишком слаба, чтобы сопротивляться. Так, хорошо, теперь нам нужно... можно, вернее, расслабиться и немножко подумать. 6 лет у власти. Перед этим было 4, и перед этим был сколько? 1 год, да? То есть, итого 11 лет длился крестовый поход, но это уже с новыми королями или правителями. Окей. Что? Ну да. Зато мы останемся в истории как миротворец, я надеюсь. Вы ведете в бой остатки армии и погибаете у пьедестала трона. Блин, какая же задница, ну. Что же это такое? Георг, 15-й король. Призвать на службу шпиона, найти морозную кровь, увидеть будущее. Найти морозную кровь — это для вас, с которой мы с вами общались, друзья. Призвать на службу шпиона. У нас просто был такой, была такая возможность, конечно, в предыдущей серии. Кто помнит, кто не помнит, смотрел, не смотрел.
Дело в том, что я рисковал потерять трон очень быстро, если бы призвал тогда. Но будем надеяться, что карты выпадут на этот раз. Увидеть будущее. Я вообще без понятия, что это такое. Ну ладно, погнали. В сообщении говорится: предлагаю вам услуги искусственного шпиона. Подпись П. А, вот теперь шпион, да? Безнравственный, призвать на службу шпиона. Безумный шепот. Окей. Не знаю, к чему это приведет. Мы хотим построить новый рынок. Это откроет нашу экономику для международной торговли. Да. Вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Да, хочу. Милорд, в вашем замке бушует пожар. Спасать гарнизон, спасайте сокровищницу. Гарнизон. Ох, класс. Хорошо, как раз. Нормальненько. Сир, ваша моча пахнет рододендронами нынче утром. Лучше вам пока не ездить верхом. Нет. Ой. Так, стоп. Я что-то как-то призабыл с прошлой серии. Ну, конечно, это было сутки назад. То есть, двое суток назад. Вот когда мы играли, или трое. Ладно. Вам нужен кредит, милорд? 8000 золотых под 5%. Нет. Генерал Бломингтон. Лосось, плывущий против течения. Шептун? А, это шпион. Но если ты говоришь... Можно мы четвертуем шута? Этот клоун, юный болтун, сломал требушет. Юний болтун не так быстро. Я играл в теннис с великаном, он победил. Ну и ладно. Я могу научить вас кое-чему из белой магии. Давай. Ой. Но сначала нужно убедиться, что не зря потрачу время. Давай. Произнесите святое слово «сгандо». Или «сгандо». Или «тригандо». На восточный манер. Зламво. Абуб. Отлично. Чему бы вы хотели научиться? Серьезно, я угадал? Ну, я не знаю. Способ испытать судьбу? А, увидеть будущее? Погоди, может это оно? Испытать судьбу? Что-то еще? Способ найти счастье? Что-то еще? Способ обмануть дьявола? Что-то еще? Простите, больше мне нечего сейчас предложить. Блин. Ну ладно. Зерно сильно подешевело, милорд. Нужно регулировать цену на хлеб. Поднимите немного. Корабль на карантине. Возможно, это чума. Закрыть на карантин весь порт? Нет. Болезни нет больше ни на одном корабле. Мы в безопасности. Будьте начеку или вернемся к делам. Если вернемся к делам, видимо, я немножко подниму денежку, да? А будьте начеку. Ну-ка, давай. Ага, нормально. Нам построить посольство в соседних странах. Это хороший способ избежать войн. Нет, не будем строить. 12 лет у власти, друзья. Георг Безнравственный, 796 год. Осталось у нас найти морозную кровь и увидеть будущее. Я очень надеялся, что будет вариант, конечно, с ведьмой, как вы поняли. Что она может пророчество какое-то там предложит, научиться пророчествовать или видеть, ну, или иными словами, короче, видеть будущее. Но, к сожалению, это не так. Будем посмотреть, что будет происходить дальше. Взрыв на шахте убил не менее сотни людей. Продолжит ли нам копать? Нет. Молодая женщина заявляет, что ее сын ваш бастард. Нам решить эту проблему. Блин, вот вышло обновление уже с прошлой серии. Мы с вами в него немножко поиграли. И я вот не знаю реально...
Почему одни и те же карты выпадают? Вы больше не услышите о ней, хорошо. Ваша церковь слаба, а народ богохульствует. Да. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Ну, ладно. Милорд, вы святой! Папа хочет построить здесь свое представительство. Еще и представительство? Пошел в баню твой папа. 16 лет у власти. 800-й год. Мастер Абензар проводит безбожные эксперименты. Само его присутствие при дворе богохульства. Да. По какой стороне дороги должны идти повозки? Ну, если это Англия, то по левой. Ой. А почему? Подожди. Вопросов тут с заковырками, друзья, просто куча. Надо реально как-то ориентироваться. Ну, по левой же они ездят. Повозки, правильно? У нас по правой стороне и левая встречная. Ну и даже когда перевернешь. А у них же, типа, ну ладно. Ваша крепость слаба, нам нужно построить новую башню. Да. Мастер Абензар взят под стражу во имя божественного правосудия. Вы подпишете его обвинение? Нет, освободите его. Нам нужно напасть на королевство на юге. Их сила растет с каждым днем. Да, нападем. Мой король, я беременна. Я рожу тебе сына. Это мой долг. Слушай. Да мне все равно. Погоди, если мне все равно, то получится, что церковь типа приспадет? Я вот не помню, какой эффект делает. Мы уже наследника с вами выполняли задание, но... Ну давай. А, хорошо. Я рад объявить, что у вас прекрасная дочь, милорд. Иди сюда, дитя. Я хотел мальчика. Иди сюда, дитя. В моей семье смеются над размерами нашего замка. Нужно построить дворец побольше. А больше тебе ничего не надо? 24 года у власти. Я бы хотел провести новое исследование оружия и военного дела. Вы поможете? Я не помню, вот популяция у нас спадет в этом случае или нет. Ну, денег я точно потрачу. А не хотелось бы. О, нормально. Милорд, нам надо появиться перед окном. Люди жаждут видеть нас вместе. Да, давай. Нашей стране царит мир и процветание. Нужно держать сокровищницу полной на случай тяжелых времен. 26 лет у власти. Слушай, нам еще буквально 2 годка продержаться, и будет у нас рекорд. Ну, я, конечно, сам ставил намного больше. Раза в 2, но по прохождению вот... Так, и чё б такое? Наверное, нет. Мое исследование не продвигается. Стоит ли мне продолжать? Нет. Мы хотим установить новый налог для церкви и разделим его с короной, само собой. Слушай, ты это... Не надо. Я помню твои последние посаживание на кол и сожжение. Спасибо большое. 20 лет, 9 лет у власти. Друзья, у нас новый рекорд по прохождению. Посмотрим, как безнравственный себя поведет дальше. Вроде бы как я так ориентируюсь потихоньку, да? Не знаю, к чему это будет и насколько быстро закончится наше правление. Очередное. Столичные ювелиры создали картель для торговли. Они просят вашего одобрения. Так. Столичные ювелиры. Картель. Нет. Ой. В ваш рукав проскользнула змея.
Что? Да? Джон Храбрый. Как же я рад тебя видеть. Каждую серию буквально. Восточные баронства напали. Мы можем одержать верх, только объявив общий призыв. Давай объявим, почему нет. В поисках золота мы наткнулись на вход в странную крипту. Жуткую, с мрачным шепотом и скверным запахом. Я пойду, срочно закройте ее. Мне было бы интересно... зайти? 32 года у власти. Но, блин, я хочу поставить какой-то новый рекорд. Ну, хотя бы до 50 лет. Ну, такое заманчивое предложение. Может, это какое-то... что-то насчет морозной крови? Или я зайду в крипту и увижу будущее? Срочно закрыть ее. Давайте зайдем. Эффект проявляется каждую секунду. Панели пропал, назад пути не будет, а в ваше отсутствие королевство неизбежно впадет в анархию. Воздух здесь свежее, но пахнет рвотой. Выбрать дверь воздуха. Вы чувствуете свежий воздух за дверью, развернуться. Скелет кричит, и меч у него очень длинный, напасть, убежать. Дверь золота, дверь ртути золота. Сундук с сокровищами. Открыть его. Открыть, говорю, его. Вы нашли зелье. Вау. Выпить его. Воздух здесь свежий, но пахнет рвотой. Воздух. Так, дверь запря... Пнуть дверь. Нога теперь болит. Так, хорошо. Развернуться. Убежать. Нашел выход из подземелья? Возможно, но власть уже не принадлежит тебе. Новый король набирает силу. Ну зато хоть я выход нашел из подземелья. Хотя вообще даже не читал, не смотрел, что там происходит. Ох, как же, блин, это... Каждый раз, друзья, вот сажусь записывать, и каждый раз у меня новые какие-то эмоции. Надеюсь, они вам передаются и не сильно напрягают, но 32 года у власти — это довольно хорошо. Ладненько, давайте продолжим. Что-то мне подсказывает, что следующий наш король не проживет такое количество лет. Ну, сейчас посмотрим. Лучше еще 32 года у власти. Окей. Сколько карт мы там открыли хоть? 213 открыто карт, 14 из 40, 9 из 26 и 24 из 37. Окей, погнали дальше. Джеймс, 16 король. Найти морозную кровь, увидеть будущее, призвать на службу Министреля. Окей. Милорд, волки пожирают наших детей, мы можем начать на них охоту. Ты преувеличиваешь. В столице вспышка холеры. Это синяя смерть. Лечить население. Закрыть ворота. Лечить население. Давайте будем благосклонными на этот раз. Восточное баронство снова объявили войну, и их люди бегут через границу, как мы и говорили. Не, приютить их, закрыть границу. Ух ты, блин, подожди, а если бы я приютил, они бы денег, что ли, принесли? Послание гласит, островитяне угрожают нам, мы должны напасть на них первыми. Да, потрачу деньги. Итак, да. Ваше королевство обеднело и ослабло. Мой великодушный друг может предложить помощь бесплатно. Был уже такой друг, и я, по-моему, отказывался от этого. Давай попробуем. Вау! Вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Да, хочу. Ой, погоди, надо мне немножко приспустить коней, а то что-то армия совсем набирает верх. Милорд, вы не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Нет, не хочу. Слишком долго сейчас будем плясать вот это вот. А может и быстро закончится, может и медленно, как повезет. Восточные баронства собираются под знаменами ужасного полководца. Пошлите армию. С удовольствием. У меня их слишком много. Бойцов.
У меня есть знакомый, очень знаменитый менестрель. Наполните воздух сладко-звучной музыкой. Призвать на службу менестреля. Да. Покровитель. Призвать на службу менестреля. Божественный саундтрек. Воу. Джеймс Покровитель. Круто звучит, кстати. Лучше, чем трус или... Как там? Козырь в рукаве. И что там еще было? Ой, дофига всего, короче. У меня есть знакомый, очень знаменитый. Так, может быть, это поднимет настроение в королевстве. Ну ладно. Королева Йога желает помочь нам в отражении нападения. Нет. Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Ты. Неслыханно! Генерал Бламингтон замечен в постели королевы. Кто подлежит казни? Королева, конечно. 12 лет у власти. Все не так плохо, как и мне казалось. Поначалу. Слишком многих нужно казнить. Мне требуется помощь армии. Нет. Я бы хотел открыть пару лавок с моими товарами и заклинаниями. Нет. Вы так умны, милорд. Мы все берем... Все берем вас... С вас пример. Или ставим вас в пример. Я просто хотел прочесть. Давайте к делу. Давайте к делу. У меня просьба. Мы захватили обширную территорию в горах у восточной границы. Может, отдадите ее мне, сэр Джон? Так, походу, если я отдам, то, видимо, потеряю в... Даже не знаю. А если я отвечу нет? Потерял деньги? Наша армия сильна, и мы побеждаем. Нам настоять на мирном соглашении? Нет. Милорд, ваша страна разрушена. Все принадлежит купцам и знати. Новая олигархия заставляет вас отправиться в изгнание. Ну да. Дико знакомо и до боли. Опять же, друзья, давайте закончим на моей такой коронной фразе. История никогда не меняется. Она повторяется вновь и вновь, если человечество на ней не учится. Так же, как и я в данном случае. Но, по крайней мере, 16 лет у власти и с прозвищем Покровитель мы нормально заканчиваем на 833 году. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии, посмотрим, что нас будет ожидать. Какие новые будут приключения и какие сложные решения мы будем с вами принимать. И насколько долго мы продержимся у власти. И какую же нам дадут погремушку. В других видео я вас тоже буду очень ждать. Роберт, 17-й король, нас ожидает, и новое задание — встретить неуклюжего пророка. Это будет... Это должно быть интересно. Тут еще какая-то очередная точка непонятная нас ждет. Увидимся в следующей серии, друзья, и в других видео. Пока-пока.